Судостроительный завод «Небулон», скорее всего, будет производить по нашей классификации ракетные катера, а по британской – малые корветы для ВМС ВСУ в рамках меморандума, недавно подписанного Украиной с «Солнечной», и теперь уже также братской Украине и Британии. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в правительстве Украины. Сообщается, что вероятный производитель катеров определен. Им скорее всего станет судостроительный завод «Небулон». По крайней мере, у британцев по этому варианту возражений нет, говорится в сообщении. Для тех, кто был, по какой-то причине, а причины бывают, как говорил классик, разные вне досягаемости информационного мирового поля, напоминаем, что на днях в Британии, в присутствии украинского президента, Украина и Британия подписали меморандум, предусматривающий переоснащение военно-морских сил ВСУ. В посольстве Великобритании в Украине ранее подтвердили, что меморандум предусматривает поддержку судостроительных мощностей в Украине. Украина будет иметь возможность наблюдать и учиться при построении первых кораблей в Британии, параллельно с модернизацией собственного судостроения, говорится в комментарии пресс-отдела дипмиссии. По данным издания «Европейская правда», два первых из восьми корпусов будут изготовлены на британской верфи при участии специалистов украинского предприятия-производителя. Его, как мы сказали выше, уже определило правительство Украины. В дальнейшем все производство от сборки корпусов до оснащения оставшихся шести кораблей вооружением будет происходить в Украине, на верфи, которую правительство выберет или выбрало, и это будет скорее всего «Небулон». В общем, «Небулон», ввиду своего современного оснащения и успешности предприятия как такового, параллельно с французскими патрульными катерами для пограничников будет строить еще и британские ракетные катера для украинской армии, что с нашей объективной точки зрения однозначно зачет.